Коломейцев. Удар! И мяч влетает в ворота. Локомотив открывает счет. Тарасов боролся за мяч. Вообще здесь было несколько эпизодов, когда Локомотив выигрывал эти единоборства. И в конце концов точный удар в нижний угол. Иньяс открывает счет. Красивый эпизод. Борьба за мяч. Эта борьба выиграна. Ну, давайте еще раз посмотрим. Здесь Тарасов пытается пройти. И падая, все-таки успевает поставить ногу, помешать нету точно выбить. Рикошет. Иньяс, не задумываясь, низом посылает мяч в ворота. Не сильно, но точно. Сейчас уже игра идет на морально волевые. Все-таки 80 минут отбегали. Подача. И гол Смольников. 1-1. Ну вот сейчас Халк подал чуть повыше. И к радости болельщиков Зенита Смольников сравнивает счет. 1-1. Но согласитесь со мной, что этот гол назревал. Уж много было атак у Зенита во втором тайме. Про первый там все было в пользу Локомотива. И теперь все начинается сначала. Сегодня кубковый матч. Ничьи быть не может. Не может. Или дополнительное время. И после матча пенальти могут быть. Ну а Смольников молодец. Дождался своего вот этого момента. И на этот раз Денисов чуть запоздал. А так Денисов держал фланг до этой минуты здорово. 1-1. И вот сейчас посмотрим, как... Здорово. Ну, Гилерме не угадал. И Халк забил. 2-1 счет стал. Всегда говорят, не гадай, стой на месте. Лучше не гадай, стой на месте. Конечно, бывает, что отгадывает. Но лучше стой на месте, потому что не всегда получается, чтобы мяч летел в самый угол. Григорьев, да, это он, Григорьев. Обманул сам себя. Один мяч в запасе. Да. 2-1. Вицель. Аксель Вицель. Гилерме опять пошел в левый угол. Александр Самедов. Игрок сборной России. Воспитанник московского «Спартака». Здорово. 3-2. Теперь Ансальди. Ну, четко положил мяч в левый от вратаря угол. Работа про то, что практически, когда пробивается 11-метрового, вот этот автор этой кандидатской доказал, что вратарю невозможно отбивать. Но отбивают же. Но работа такая есть. Ансальди. Ох, как! И главное, угадал! Вратарь-то угадал! Два. Ну, по пенальти, будем считать по пенальти, да? 3-2. Давайте так считаем. 3. Пейчинович. Серб. Внимание, Пейчинович. Пейчинович.
Угадал Ладыгин, но уж очень здорово. Послал мяч под самую штангу. Может быть, даже мяч и коснулся штанги. Еще раз смотрим, смотрите. Не коснулся, но все-таки под самую штангу. Такой не достать мяч. В запасе у «Зенита» Олег Шатов. Подходит к мячу. Маринато Гилерми. Локомотивист 2009 года. Штанга! Выровнялась ситуация. Теперь четвертый удар. Ведран Чорлука. Гилерми же был какой-то заигрыш краснодарского клуба. Какие-то разговоры, и Гилерми тоже начал как-то поговаривать об этом, думать, в общем. Ну вот и Черевченко все-таки предпочел назначить капитаном Ведрана Чорлуку. Ой-ой-ой, вот стоял на месте, да? Ну, вы видели, какие движения, какие забегания делал сейчас. Да. Вот эти вот беготня по линии. Ну, защитники вообще, конечно, не мастера пробития пенальти. А что Криша-то? Он тоже защитник. Итак. Прекрасный гол и победа. «Зенит» выигрывает, и это второй тип. Можно сказать, это волевая победа, ведь проигрывали же первый тайм 0-1. Ну, а «Локомотив» хорошую сегодня игру.